Закрыл стену стекловатой. Сейчас буду прикручивать лист гипсокартона. И хочу показать, что соединять гипсокартон не обязательно на деревянных балках. В домах, возможно, так и соединяют. Отрезают как раз вот здесь, где закончилась балка. И вот здесь отрезают лист. Мне это не нужно. Это не дом. Инспектора здесь не будет. И поэтому, где лист цельный, вот целый лист 8 фит закончился, вот здесь я и прикрутил. Кусок плинтуса у меня был, как видите. Это пластиковый плинтус, он у меня давно валяется без дела. Как говорится, и выкинуть жалко, и применения нету ему. Вот, отлично сюда подошел. То есть делаем из любого материала, из куска фанеры, 12-миллиметровый, там, 15-миллиметровый, неважно. Чем тоньше, ну, не 6-миллиметровый, конечно, это слишком тонкое, может шуруп просто провернуться в ней и все. Главное, чтобы в ней шуруп не провернулся, ну и далеко, чтобы она за стекловату не выделялась туда. Прикручиваем. И теперь следующий лист ляжет тоже сюда вплотную. И вот сколько 8 фит пойдет, столько туда и пойдет. Точно так, как и вот там у меня закончился 8-фитовый лист. Здесь вот я тоже так соединял. В серединку там вставил вставочку из плинтуса. Два шурупа дал, чтобы держалось в случае там надавливания, чтобы не играло. И также вот здесь закончилось оно посередине между балками. Вот здесь одна балка и вот там другая. То есть здесь сейчас пусто. То же самое я дам какую-нибудь полосочку из плинтуса, найду или отрежу из фанеры, мало ли, отходов всяких. Да вот даже старый вот такой плинтус деревянный, обратной стороной его прислоняешь сзади до шитрока, прикручиваешь с двух сторон, и все, отлично будет держаться. Никто по этим стенам молотком грохать не собирается, чтобы там что-то трескало, лопало, прогибалось. Вот такая вот вам просто идейка, что не обязательно заканчивать лист на какой-то балке, которая в стене. Стойки, балки, как кто называет. Ну вот, последние поперечные набиты. Это такая самая нудная у меня работка была. Ну, мало того, чтобы набить. Это ж каждую нужно струбциной зажать. Отрегулировать, чтобы она на ту сторону не вылезла лишняя. Ну, в общем, немножко морочное вот это занятие. Эти перегородки были. Ну, все. Справился. Вот таким вот образом, друзья, можно соединять гипсокартон безотходно. Не нужно подгонять лист к листу именно на соединении, где балка идет в стене. Его можно загнать на столько длину, сколько он есть на самом деле, и потом доточить следующий лист, а промежуток между ним
заполнить уже любой, вот как я сейчас, фанерой, доской. У кого что позволяет, у кого что под руками есть. Так что вот такая вам маленькая хитрость для тех, кто будет работать с гипсокартоном и не хочет, чтобы у него было много отходов. Собственно, все по кругу под потолком уже зашито. Сейчас закручу эту стенку шурупчиками. Ну и все. В принципе, можно начинать штукатурить весь потолок, поскольку углы закончены. Углы под потолками все тоже закончены. Можно соединять все бумагой на раствор. Это все, что сегодня на вечер воскресенья готово. Ну и то нормально. Я вам скажу, и то хорошо. Уже немножко эхо слышится здесь. Уже немножко обшивается все внутри и становится эхо. Ну я доволен, да. Доволен. Движется. Как я говорил, по низу пока ничего не будет закрываться. Оставляется вот такой зазор, потому что пока мне еще не совсем понятно, где я буду розетки делать, на какой дистанции. По ходу, когда все закрою поверху, тогда буду понимать, что и куда. А сейчас и так хорошо.